Володя, Володя, может быть, лучше вернуться назад. Папа. Вы ко мне? Кто такой? Я. Гимназист Патрикеев. Уголовный розыск. Я всю жизнь мечтал. Социальное происхождение. Я сын профессора Патрикеева. Личность известная. Ладно. Следуй за мной. Всему городу был известен этот неукротимый человек, не знающий ни сна, ни отдыха, но выглядевший так, что всякий, кто видел его впервые, испытывал немедленное желание сдаться на месте. Этот человек занимал должность начальника оперативного отдела уголовного розыска, или сокращенно, вот. Начоперот. Полюбуйся. Вот, Патрикеев, обрати внимание на этот уезд. Ага. Значит, Франция, Бельгия и Голландия, взятые вместе по проценту самогона варенья. Вот этим ты и займешься. Вникай. Тянуть с этим нельзя, так что сегодня и поедешь. Как? Что как? Как? А как же настоящие преступники-то? Патрикеев, ты же образованный человек. Страна, революция пухнет от голода, а эти перегоняют картошку и зерно на самогон. Как же не настоящий, а? Понял, Патрикеев? Ага. Не ага. А так точно! Так точно, товарищ Начоперот! Чем скорее ты начнешь, тем скорее ты закончишь. До октябрьских мы должны их всех скрутить. Подъезжаем к Севериновке. Патрикеев, ты для чего мне нужен? Ты человек образованный. Ты свое дело изучал. Держись ты. А Севериновка — это место особое. Другого такого во всей губернии не сыщешь. Ты понял, вникаешь? Ага. Не ага, так точно. Так точно? Товарищ Начоперот. Ну вот. Губернский уголовный розыск, выражая глубокую озабоченность, посылает опытного уполномоченного, который, я уверен, наведет тут порядок и вытравит раз и навсегда все пережитки буржуазного прошлого. Новый начальник Севериновского уголовного розыска никогда прежде в деревне не бывал. А из крестьян знал только молочниц, носивших молоко по квартирам. Однако круглая печать и амбарная книга, символ власти в Севериновке, придали ему вид столь внушительный, что самогонные заводы в местечке перестали дымить, как бы сами собой, временно, до выяснения характера нового начальника. Если меня будут спрашивать, уехал на операцию. Наш новый начальник. Звоняйте, младший милиционер Грищенко. Патрикеев, вот. Володя. Ага.
Алексеич. Давно ясно, что Алексеич. А что вы здесь делаете, Грищенко? Да вот трошки шукаю вещественных доказательств. Каких? Ну, всяких, какие найдутся. Вот. Ой, спасибо. И вот. Подождите, Грищенко. Что? Он, дымлять. Ну. Бачите, сколько? Вот он и есть. Да чисто ж таки, как слеза. Вот дивите, дивите, зараз. Значит так, о, у Неприенка из кукурузы, так? У твердоколониста, он левее, где дерево это суп, да, он там. У них сахар, ну, то таке. А он там слева, у лосачихи, то пшеничное. А он у сковородины заможника, у того вообще никогда не добило. А теперь дымить, бачите? Вы что, ну какое же может быть варенье из пшеницы и из кукурузы? Так вот и я скажу, какое. Пробовать надо. Конечно, пробовать. Так. Они что же, самогон варят? Товарищи начальник, да я ж вам и говорю вам, что вещественное доказательство, он один, два, три. Ну так что, может, почипаем трошки? Это ж надо, еще только самогонные аппараты не делают. Ж додуматься, а, Грищенко? Да, товарищ начальник. Мужики у нас головастые, ого. Грищенко, что ты с колесом? Мамочки! Товарищ начальник, держите! Подержите! Да не колесо держите, а телегу! Просто вы! Ну не можем, это же вещественные! Ну! Да вы что, так... Подключите, бабушка! Что еще плавает? От этому наплавай! Привет, Грищенко! Здорово, здорово! А это что за штет? Грибы, грибы! Подождите вы, Грищенко! Товарищ, вы нам не поможете, а? А что ты тут делаете, а? Ты что, не бачишь? В тенечку отдыхай. А колесо, значит, в речке купается. А, купается. Угу. А каханочка загорает. Ой, ну что ж вы, Грищенко, товарищ, нам помочь, хотела бы его прогнали. Да, такого прогона с отходы. Ой, товарищ начальник, так трошки. Сейчас поедем. Ну, мне тоже. Да ты вам там. Ой. Поедем сейчас. Ага, ты со мной поедешь далеко. А вам в какую сторону мы можем подвезти? В другую. О, ты добра. Ой, да вы хлопцы, мужики теперь лютуют. Товарищ начальник, давай тогда прямо. Я вас трошки. Вот это. Вот встала. Ой, чертовы колосы. Вы что, все тут знаете? Ну, а як же? Ой, выходит, у вас тут все знают. Ну, а як же, я ж тутешний. Вы же должны маскироваться. А для чего это? Ну, как для чего? Если необходимо будет внедриться в преступную среду и в ней раствориться. А я вам так скажу, товарищ начальник. Сколько меня не маскируйся, а все то кожна собака узнает. Хоть важно, что я преступник не разберусь. О, да, не разберусь. Товарищ начальник, моя сила в нюхе. Ну, понимаешь? Да не, в нюхе. Как? Вот так. Базар будет, тогда и узнаете. Живая вода из святых мест лечит от всех болезней. Живая вода из святых мест лечит от всех болезней. Подходи, служивый, ага. Попробуй. Ну. Никакая пуля не возьмет. Ага. А где же такой источник находится, если не секрет? Кисяк. Вот ты диви, какие горы случилось. И когда это он иссяк, а? Давно солдатик иссяк. Давно, значит? Давно. Как только антихрист пришел, сразу же иссяк. Ага, в 17-м году, наверное? В 17-м, ну, давай. 17-м. А ну, подожди. О, это таки источник. О, так жива вода, а? Мертва поднимет, правда? Ну, что стал? Проходь. Так. Освячую. Конфисковано. Он туди, видно, все. Товарищи, еще пережитки прошлого туманят наше сознание. Но сознание, товарищи, определяется бытием. Вот почему сперва мы должны изменить бытие. Долой спекулянтов! Уголовный розыск – лучший друг трудящихся, товарищи. Сегодня мы поймали и обезвредили Федора Быка. Завтра мы поймаем и обезвредим другие элементы, которые мешают нам мирно трудиться. Теперь о самогоне. Самогон, товарищи, это настоящий опиум для народа. Поэтому мы должны вместе, опираясь на вашу сознательную поддержку, уничтожить этот опиум. Это замечательно. Вы слышите, товарищи? Это замечательно. У нас в больнице
не хватает лекарств. Совсем нет бинтов. Ну, я понимаю, переходный период, военный коммунизм, но здешний самогон по своим дезинфицирующим свойствам не уступает замечательному чистому спирту, вы понимаете? Так что я смею вас заверить, это настоящий антисептик. Антишо? Септик? А шо? Товарищи, поступило предложение весь самогон добровольно сдать в больницу для медицинских целей. Кто за? А взяточников и спекулянтов мы будем судить по законам революционного времени. А вы кто такой? Бык, верните товарищи его имущество. И в мыслях не было, гражданин начальник. На, держи. Ну вот, это другое дело. Товарищ, вы свободны.